Сильные метели, которые обрушились на столичный регион в последние двое суток, внесли коррективы в привычную жизнь гостей и жителей Москвы и области. Так, например, в аэропорту Шереметьево отменены 18 рейсов, несколько десятков задержано. Выпала пятая часть месячной нормы осадков. Все коммунальные службы округа переведены на усиленный режим работы. Так, на улице Химок вышли порядка 100 человек для ручной уборки и 80 единиц техники. К обеду основные работы по чистке улиц были сделаны. Остался вывоз снега. В первую очередь его вывозят из мест массового скопления людей и социальных объектов. Основные работы по прометанию обработки выполнены. То есть есть еще небольшие улицы, там улицы частного сектора, которые еще необходимо промести, но это уже подходит к концу. На ближайшие дни синоптики прогнозируют циклон, из-за которого погода ухудшится. Самый сильный снегопад обещают в ночь на 14 января. К понедельнику, 16 января, может выпасть еще до 15 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы. К такому повороту событий коммунальные службы Химок готовы, говорят представители администрации. Если метель будет усиливаться, на улице выйдет до 90 единиц техники. Это позволит устранить последствия непогоды оперативно во всех микрорайонах.